Никита Литвиненко узнал о ситуации в Курской области в августе. Еще тогда парень захотел помочь местным жителям, но не знал как. Поступив в Самарский политех, Никита оказался в профкоме. Там ему рассказали, что для жителей Курска собирают гуманитарную помощь. Парень не смог остаться в стороне. Я уже до этого участвовал, уже отправлял в прошлом месяце. Если кто-то оказывается в беде, в трудной ситуации, я всегда готов помочь и всегда буду помогать. В Курскую область из Самары отправилось 6 тонн гуманитарного груза. Его собрали в рамках акции «Своих не бросаем», которую проводят члены общественной палаты Самарской области. Мы вместе, поэтому чужой беды для нас не бывает. Куряне сейчас находятся в тяжелом положении с августа месяца фактически. Многие те, кто вынуждены покинули свои родные дома временно, нуждаются в помощи. И в этом смысле Самарская область, она всегда отличалась тем, что реагирует на чужую беду и считает ее также и своей. 4000 коробок наполнили теплыми вещами, предметами личной гигиены, постельным бельем, бытовой химией, продуктами длительного хранения. Груз за 4 дня собрали члены торгово-промышленной, нотариальной палаты, Федерации профсоюзов, штаба Народного фронта, Союза народов, прокуратуры региона. У нас люди горят сердцем. И уже завтра мы это привезем в Курск и будет распределено среди пунктов временного размещения. Самарский, значит, сказано, сделано, это значит добрый. За осень в Курскую область отправили около 40 тонн гуманитарного груза. Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков. События.